Недавно молодой помощнице Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой исполнилось 30 лет. В честь круглой даты юморист увез ассистентку в ОАЭ, как утверждает Стархит. Евгений Петросян в качестве подарка на юбилей преподнес 30-летней Татьяне Брухуновой поездку в Дубай. Журналисты выяснили, что пара остановилась в одном из самых элитных отелей, на территории которого расположены 4 открытых бассейна, многочисленные бары и лаунж-зоны. Юморист и его молодая ассистентка выбрали номер люкс, проживание в котором обойдется им, как подсчитали пронырливые репортеры, примерно в 200 тысяч рублей за 7 дней. Интересно, что если Татьяна Брухунова на своей страничке в социальной сети Instagram ведет подробный отчет о пребывании на шикарном курорте и о том, как проводит свободное время в магазинах и бутиках, то Евгений Петросян по какой-то причине не публикует фото с отдыха. Впрочем, многочисленные подписчики убеждены, что Татьяна Брухунова положительно влияет на артиста. По мнению фанатов, юморист буквально расцвел, помолодел, стал посещать тренажерный зал. Действительно, по словам самого Евгения Петросяна, он делает порядка 30 упражнений. В доказательство юморист опубликовал видео из зала. Говорят, чтобы крепко стоять на ногах, нужно бежать вперед. Я стараюсь каждый день. Оптимистично заявил артист. Ранее помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова откровенно высказалась по поводу слухов о том, что якобы стала причиной его развода с женой, артисткой Еленой Степаненко. Она не подтвердила, что переехала к Евгению Петросяну, однако заявила, что он ей очень дорог и своей жизни без него она не мыслит. «Моя задача – сохранить его здоровье прежде всего. В 73 года человек нуждается во внимании, заботе безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место в моем сердце», – отмечала Татьяна.